Всем привет, друзья, с вами Нильфгорн. Игра My Time in Porsche или Portia, ну как-то правильно так, наверное. Я, честно говоря, не знаю, потому что в английском я не силен, и это вот первое, так сказать, требование, даже просьба, наверное, да, все-таки просьба к вам в том, что английский я знаю плохо, и некоторые моменты здесь я совершенно не смогу вам перевести или рассказать. Поэтому, ребята, относитесь к этому правильно. Если вам не нравится этот момент, то можете сразу уходить. Ну а если вы хотите посмотреть, что за игра в общем плане, и стоит ли в нее играть и качать ли ее, то добро пожаловать. Сразу могу сказать, что скачать вы ее сможете у нас в группе ВКонтакте, будет ссылочка на эту игру. Ссылочка на группу ВКонтакте есть под видео. Ну и не забывайте подписываться на группу ВКонтакте и также на канал. И если вы захотите подписаться на канал, обязательно поставьте колокольчик, иначе вам не будут приходить уведомления о новых видео. Давайте же начнем. Игрушка интересная, сразу могу сказать. По крайней мере, мне она понравилась вот своим видом. Да, она простецкая внешне, да, она простецкая какая-то такая визуально, но есть в ней что-то интересное. Сразу могу сказать, что это всего лишь пре-пре-альфа, там какая-то супер-пупер-альфа, то есть только-только игра в разработке, потому что в данный момент даже нету, то есть нельзя выбрать женский пол, всего лишь две прически, притом вот это вообще какая-то совершенно неприятная прическа, какой-то горшок, да, то есть, ну вот, допустим, возьмем вот этот, и мы можем здесь выбрать, допустим, скин волос, да, то есть какой-то можем вообще там, не знаю, вот с зеленым оттенком, голубые вот такие вот наркоманские. Дальше же мы можем выбрать имя персонажа и настроить полностью фейстип. Смотрите, у нас даже здесь со временем можно будет фейстип выбрать, то есть даже цвет, да, то есть жесть, можем, то есть мы вообще его можем приключение фиолетового мальчика, вот так вот у нас и будет, и прозвали его Синюшин. Так, здесь также можно настраивать, как видите, ну, брови, к примеру. О, злой Синюшин будет. Такие, вот, большие брови. Так, вот, здоровеннейшие глаза и такие хитрющие. Так, также нос, конечно же, можно настроить. Так, вот, ширина носа, окей. Это губы, что ли, да? Господи, это ужас какой-то, просто. Это реально какой-то ужас. Ладно, давайте вот такие губы сделаем. Ну, оставлю я его, назову Марка, я не хочу. О, и еще мы можем, кстати, цвет. Цвет чего-то. Давайте посмотрим. Цвет глаз, да, цвет глаз мы, допустим, красный можем, прям вот красный выбрать. Допустим, здесь обводочка, я так понимаю, да, то есть какая-то, да. То есть вот так вот. Здесь у нас что выбираем? А это брови, да? Брови надо черные сделать, да, прям угольно-черные. Господи, я создаю какого-то монстра просто. Этот человек должен... А, так, это вот за... что? А, это губы, да? То есть, ну ладно, пускай. Губы с черной подводочкой. Окей, давайте начнем. И, к сожалению, я вам не смогу рассказать какие-то моменты сюжетные. Не забывайте, что это RPG-шечка, да? То есть, RPG-шка в свободном мире, в котором мы будем строить, развиваться, добывать, прокачивать скиллы. И вот посмотрите, очень все няшно, так очень симпатичненько все выглядит. И как видите, тут вот начинается какая-то превьюшка, так скажем, да, в которой нам рассказывается, что мы здесь будем. Но давайте я расскажу это по-другому. Перед вами постапокалиптический открытый мир, в котором вы владелец мастерской по изготовлению различных реликвий прошлого, помогающих улучшать общество. Исследуйте удивительный мир в поисках необходимых материалов, вас ждут разнообразные локации, которые обладают уникальными материалами. Например, в подземелье можно накопать руды, но наличие опасных монстров делает данную затею крайне опасной. Также стоит отметить NPC, обладающий своим характером и развивающийся вместе с вами, что добавляет окружающему миру реалистичность. Вот как-то так. И, честно говоря, игрушка, ну вот на данный момент... Она интересна. Вот описанием, да, то есть я прочитал описание игры на русском. И здесь вот нас приветствует какой-то Пресли, чего-то он от нас хочет. Я так понимаю, сейчас он нас познакомит с городишкой, но я могу сказать честно, я играл немножечко за кадром, поэтому могу представлять, что будет дальше, да. И для этого я поиграл за кадром, чтобы не совсем уж тупить. А я хочу сюда! Ну, он, видите, говорит, что follow me и типа... Ага, вот это вот наш домик. Да, это наш домик будет.
То есть такой вот сраюшка, но все-таки, то есть нам дается. А он не удивляется, что я такого цвета, и вообще у меня очень хитрые-хитрые рожи. А может быть, наоборот, она добрая. Кстати, напишите в комментариях, какая у меня рожа получилась, добрая или все-таки хитрющая. И здесь нам бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Я не могу это вам перевести, но все-таки нам рассказывает какой-то сюжет, что вы должны делать, да, то есть, если что, обращайтесь к нему и тому подобное. И вот, собственно говоря, нас сейчас переведут куда-то в другое. Нет, сейчас пройдет день, да, то есть, вот. Мы проснулись в доме, и здесь мы уже можем начать, да, то есть здесь, как видите, все разбито, но чтобы починить, нужно сначала добыть немножечко себе дерева. Давайте выйдем из домика, и вот здесь есть такая вот прогрузка, да, в каждое помещение или с карты на карту мы переходим. Также вот можно нажать инвентарь и посмотреть квеста, то есть вот нам надо найти Пресли и с ним поговорить. Также есть инвентарь, очень интересный в том плане, что здесь даже штанишки, рубашку, кепку можно, да, то есть жизни, стамина прокачивать, атака, дефенс есть, слоты инвентаря. Дальше здесь прокачки скиллов, крафт, фермерство, руины, руны, наверное, крафт, социальное, еще что-то, то есть добыча, наверное, да, какая-то, война, да, то есть бой. Также вот здесь вот всяческие рецепты описаны нам, всяческих устройств, квесты, и вот здесь вот как бы как мы общаемся с людьми, да, то есть наше взаимодействие с людьми. Также есть карты, и довольно-таки, на данный момент она довольно-таки приличная, то есть вот, то есть не больше, здесь есть ограничения, прям можно их увидеть, потому что дорога идет, допустим, и там гора, то есть я могу сразу. И календарь, да, ребят, у нас будет кончаться энергия, стамина, и мы должны ее пополнять либо сном, отдыхая, да, либо какой-нибудь едой. То есть нас просят открыть инвентарь и открыть еще вот как раз таки задание. Так, есть, прочитали, честный, ну, сами, ребят, если вам будет интересно, вы сами переведете или сможете перевести. Да, как видите, ресурсы можно просто находить, вот видите, камень я уже нахожу, тут спокойно досочки нахожу, то есть довольно-таки прикольно. И вот посмотрите вокруг мир, ну, он симпатичный, ну, не правда ли симпатичный? Он прям вот вдали вот эти, притом, я так понимаю, в будущем вот туда везде можно будет пройти. Вот на тот остров точно можно будет пройти, скорее всего, в этот раз. Потому что будет квест по постройке моста на тот остров, который займет очень много времени. Вон монстрики уже всяческие бегают, лазят. Ресурсов куча, деревьев. То есть, вот туда, вот, наверное, можно будет со временем залезть. Да, пока что это вот пре-альфа, тут не везде можно полазить, но все-таки можно. Также есть у нас огромнейший город. Прям вот он реально огромный, но вот не знаю, почему у меня и в самом начале, в тот раз никого здесь не было, и сейчас никого нет. Я не знаю, почему. Хотя вон люди начали появляться. Он то ли прогружаться начал, то ли, видите, я отвернулся, они сразу появились. То есть здесь не все так просто. Тут люди... Ой, ты с кем дрался? Я не знаю, Джанго. Но, в общем, город населенный, довольно-таки прикольный. Давайте зайдем в мэрию. Нам сейчас будут давать всякие простецкие задания, но я вас с ними тоже познакомлю, потому что здесь нас научат немножечко крафтить, немножечко как бы общаться, да, то есть познакомиться с множеством жителей и тому подобное. Вот видите, плюс 10, как бы, репутации с этим вот человечком. Так, вот видите, все закончили, и нам надо скрафтить Simple Axe и Pick Axe. Также здесь вот есть магазинчик, то есть мы можем здесь купить уже какие-то материалы, какие-то записи здесь. Можем совершенно с каждым NPS разговаривать, то есть видите. И это вот очень интересно. Игрушка единственная, наверное, ну, для меня лично минус, это на английском языке игрушка, но во всем остальном здесь просто прикольно. Так, ну, давайте выйдем и давайте попытаемся скрафтить Simple Axe и Pick Axe. Это, то есть, топор и кирка, по-моему, да? Если я не ошибаюсь, если я правильно. Ну, да, вроде бы именно это. Для этого нам нужно, конечно же, дерево и, конечно же, камень, да? Это прям, знаете, основа основ, я бы так сказал. Так что давайте его соберем. И, наверное, побольше. Слава богу, что он собирается по 2, по 3. То есть, и нам не нужно будет искать, знаете, там, ну, каждый камп. Вот видите, плюс 2, допустим, плюс 5 сразу, да, то есть, видите, камень довольно-таки интересно добывается, также хорошо добывается и дерево. Единственное, что его нужно найти, да, то есть, чего?
А, ну это вот говорят, надо подойти к worktable и скрафтить. Как видели, в домике там ничего не было, то есть там кроме в домике только кровать стоит. И весь крафт происходит снаружи. Со временем, скорее всего, я прям даже уверен, что мы и в домике сможем какие-то улучшения делать, декор там или еще что-то. Но в данный момент все происходит снаружи, то есть мы вот можем зайти в калиточку, и вот весь крафт происходит вот здесь, вот worktable наш, в котором мы можем скрафтить Simple Axe, то есть топорик и кирка. Но для кирки нужен как раз таки дерево. Но вот теперь у нас есть топорик, и благодаря ему мы уже можем подобывать дерево. Весь прикол, каждый вот удар тратит нам две стамины, да, две энергии. То есть и понимаете, что пополнить ее можно только лишь едой или сном. То есть вам придется спать, и поэтому идет время, идет календарный день, какие-то события, как видите, происходят. То есть вот, допустим, если мы на 19-й день, вот произойдет какой-то вот праздник, что ли, или что-то произойдет, в общем. Так, и теперь мы должны кирку скрафтить, да. Есть, отлично, отлично. Кирка готова, и теперь у нас полный комплект, то есть мы теперь можем спокойно добывать и камень, и также добывать дерево. Притом камень мы пока не весь, можем добывать только такие маленькие камушки, так скажем, да, и деревья, собственно говоря, тоже мы большие рубить не можем. Вон те вот здоровенные мы рубить не сможем, потому что у нас типа слабый топор. Ну вот видите, первый уровень, я вкачал, мне дефенс, атака, максимум стамины и максимум жизни добавились. Это все пригодится, потому что драться мы обязательно будем здесь, этому уделено очень много времени, потому что нам нужно будет как раз таки ходить в данжи или просто убивать мобов, чтобы добывать ресурсы или кожу или еще какие-то такие моменты. Давайте я выполнил задание, возьмем, сдадим и возьмем следующее, потому что в начале, конечно же, заданий будет много простецких, типа принеси, подай, перенеси и тому подобное, но это нормально для РПГшечки. Так, Пресли, давай, ну-ка. Слава богу, что здесь можно как бы пропустить. Вот видите, все, я с ним... Честно, не знаю, что это за чат, то есть я у него задание выполнил, и можно ему подарочек подарить какой-то, и тем самым улучшив с ним общение, да, то есть тем самым лояльность его к нам повысится, и он, наверное, будет нам со временем давать более лучшие задания, может быть, более, ну, какие-то возможности у нее появятся, там, может быть, торговля или еще что-то. Так, нам вот в данный момент нужен камень, по-моему, если я не ошибаюсь, нам нужна печка, да, он сказал, фурнейс. Вот здесь можно посмотреть все крафты таких пока устройств, и у нас вот печка первая. Здесь нам нужно 10 камней, чтобы скрафтить вот стон стул, вот этот вот, и 10 дерева нужно. Все, отлично, у нас есть. Успокойся, успокойся. У нас все есть, так что мы спокойно можем идти и начинать крафтить. Ух ты, можно еще немножко добыть. Ну-ка. Как раз у нас совсем чуть-чуть медь, великолепная вещь. Ее надо будет очень много... Потому что из меди делается прям очень много устройств, и развитие вообще, ну, в меди дальше будет. Так, и вот, как видите, здесь вот, вот это вот устройство, вот эта вот площадочка, это на место, на котором мы будем крафтить предметы. То есть мы, смотрите, Stone Furnace, мы выставляем здесь рецепт, и первое, что он 10 дерева. Давайте вот берем дерево и кладем. Дерево есть, теперь он Stone Stool спросит у нас. И его нужно скрафтить. Оно крафтится, по-моему, вот здесь вот из 10 камня. Так, окей. И также мы берем в руки этот предмет и панк складываем. И готова кузница у нас, плавильня точнее. Давайте ее установим, наверное, вот куда-то вот сюда. Установочка тоже довольно-таки прикольная. То есть единственное, что не подсвечивается красным, красным, где нельзя ставить. Вот так бы. Я бы показывал сразу вот этот у нас участок, да, то есть... Понятно, что это наш участок, воротами, за стенами, как видите, он огорожен. Дальше можно расширять, вот, допустим, здесь можно за 1500 голды расширить. Ну и здесь, вот на этом участке, вон, видите, где-то еще, вон табличка. То есть расширять можно довольно-таки сильно. Видите, люди бегают там, вот поля, что-то. Довольно-таки интересно все такое. Так, и надо теперь сдать квест. Я хотел... Чтоб вы беготню не видели, но все-таки надо показать одну вещь. Что да, можно бегать быстро, но от этого тратится стамина, это понятное дело, да? То есть стамина тратится, тем быстрее вы устанете, тем быстрее вам придется либо идти спать, либо что-то кушать. А еда здесь, ребятки, не дешевая. Но
дерево вам может спасти эту проблемку, исправить. То есть мы можем добывать очень много дерева, и тем самым билдер лицензия, то есть первая лицензия билдера у нас появилась, то есть мы нам нужно зарегистрировать, да, то есть что мы можем теперь строиться. Давайте где-то здесь вот. Кстати, игрушка вообще японская, и здесь не все еще на самом деле переведено. Даже вот сейчас вот, ну вот, пускай воркшоп. Вот видите, вот иероглифы. Воркшоп и пускай называется. Так, как раз таки, это мы свой вот магазинчик зарегистрировали, да, я так понимаю. И вот можно уже сразу первое задание взять. То есть он по-моему, если я не ошибаюсь, требует нам со всеми поговорить, что-то типа такого. Вы даже смотрите, на карту нажимаем, видите, здесь тоже иероглифы. То есть я не знаю, будут ли они убраны или будут оставаться, и будет ли игра вообще на русском языке. Этого я ничего не знаю, так что уж извините. В этом я вам не помогу. Дальше мы начинаем с Пресли тут разговаривать, обсуждать что-то, бла-бла-бла, бла-бла-бла. Он типа поздравляет, я так понимаю, что мы прошли вот такой вот момент. И тут, как видите, он нам какую-то бумагу хочет дать. Но тут какой-то чувак, я типа... Типа он, короче, против того. Он на комиссию бумаги отнес, что ли. Видите, нету звуков очень мало. Есть звуки шаги, боя, по-моему, переключение меню. То есть звуков в игре очень мало. То есть в данном случае, вот видите, даже нету звуков текста, нет, ну, то есть там ни голосов, ничего нету совершенно. Это, конечно, плохо, но еще раз говорю, не забывайте, что игра при альфе, там что-то бета-версии какой-то. При этом уже очень многое здесь есть. Вот смотрите, мы можем... Нет, чувак, иди, пожалуйста, отсюда. Мы можем вот здесь, допустим, взять дерево вот так вот и продать его. Видите, продать. Или, допустим, камень можем продать. И уже заработать 14 монет. В общей сложности будет у нас 34 монеты. И можем уже что-то купить. Тот же там, допустим, камень. И также здесь есть довольно-таки интересно. Но, в принципе, нам понадобится самое ближайшее. Это вот эта вот штука. К ней мы подготовимся обязательно. Сейчас дали нам задание. Вот я так понимаю... Ох ты, вот этот чувачок. С ним можно спарринг устроить, но я не буду драться пока что. И, как видите, здесь начинается задание типа пообщаться с теми, с другими, с пятыми, десятыми. Это, ну, ознакомление с городом, ребят. То есть тут как бы просто все. То есть вот видите, то есть я с ним познакомился. Здесь у нас торговец, он модернизирует наш workbench, да. То есть он модернизирует наше здание, ну не здание, а вот этот вот станок, в котором мы крафтим какие-то другие устройства. Так, дальше у нас вот кто-то, смотрите, давайте с ним поговорим. Ох-охо, что-то там, билдерс, то есть он дал нам сок и, так сказать, обрадовался нам. Так, здесь, как видите, еще с несколькими людьми надо поздороваться. Ну давайте пробежимся, я даже не пожалею стамины немножечко. Пробежимся по городу. Город довольно-таки интересный, город довольно-таки большой. Тут при том, по времени, в определенное время закрываются магазины. То есть нам наверх нужно, да, по-моему, сюда. Закрываются магазины, и то есть город, ну, как сказать, так, нет, куда-то еще... Ой, я куда-то прибежал, не туда вообще. Город застывает, так сказать, да, то есть он перестает как-то функционировать. Во-во-во. Вот это забавный момент, я когда играл, заметил. Тут очень много таких неписей будет, одних и тех же имеется в виду. Всех остальных вроде много разнообразия, но вот именно таких вот очень много. И при том выглядит он на картинке совершенно по-другому, чем ну как бы, чем внешне в игре, так скажем, да? Вот, смотрите, где-то здесь сейчас будет. Ах ты ж, по-моему, вот... Или вот в этот домик нужно... Блин. Где ты? Ау! По-моему, да, вот видите, они все спать начинают расходиться, потому что ночь пришла, и нужно поспать, тогда как бы город заново начнет действовать. Ну, давайте поспим. Хотя, пока я бежал готовиться ко сну, вот здесь я еще Паули встретил. Он тоже с нами что-то обсуждает и дает Hardwood 3 штучки. Притом, выглядит он внешне совершенно, опять же, по-другому, чем на картинке. И... Так, и сейчас нам нужно поспать, да.
Новый день, ребятки, я уже проснулся, и, как видите, идет дождь прям жесткий. Здесь у нас первый квест. Здесь нам нужно скрафтить удочку. Мы можем взять этот квест, но, скорее всего, мы его не выполним, потому что, честно, я не знаю, где нам раздобыть по квесту. По квесту нужно удочку сделать. Удочка крафтится у нас, по-моему, вот здесь вот. Но там есть такой ресурс, как... Кстати, вот смотрите, я могу меч первый скрафтить. Давайте скрафтим обязательно. Вот. Копербар, понятно, как. Вот дерево, понятно. Но вот Wild Cocon, вот эту вот штуку from Kicking Trash. То есть, где его достать, я так и не нашел. Но я могу сказать, что здесь есть у нас данж. Да, здесь есть данж, в котором, возможно, как раз-таки и находятся какие-то монстры, в которых будут как раз-таки вот эти коконы. Вот это данж майнинг. То есть это шахта какая-то. То есть именно там, возможно, мы встретим вот этих вот врагов. Также вот здесь вот нужно пообщаться с одной женщиной. Вот в поле она там курочек кормит. Сейчас мы до нее добежим быстренько. Давайте. Как раз-таки можно посмотреть. Тут вот... Здесь, я так понимаю, со временем мы будем тоже еду какую-то покупать, разводить скот и тому подобное. И вот эта вот бабулечка, она нас как раз-таки этому всему и обучит со временем. Она, видите, нам молоко дала. Так, дальше у нас по заданию вот здесь вот пообщаться. И дальше мы сейчас посмотрим еще одно задание, как раз-таки немножко подеремся. И давайте вот сюда вот забежим, я посмотрю как раз-таки, покажу вам данжик. Потому что вовнутрь я не смогу зайти. Сейчас объясню, почему. О, это дверь в данж. И как видите, я тут встречаю еще одного непися. Он что-то мне втирает какую-то дичь. Потому что он какой-то очень странный вообще. И смотрите, я пытаюсь зайти. И здесь пишет 80 голды. То есть 80 голды для того, чтобы зайти в данжик. Понимаете? То есть у меня таких денег пока что нет. Поэтому я вам не смогу показать данжик. Но если вы захотите, вы поставите лайк под этим видео, напишите хороший комментарий, и смотря сколько их наберется, я, может быть, продолжу снимать видео по этой игре. Давайте еще посмотрим несколько неписей, то есть попытаемся выполнить квест. И у нас есть основное задание, да, вот есть такие второстепенные, как синие, а есть основное, как такое желтое задание. И оно, конечно, очень сложное. Я сейчас объясню, почему. Вот видите, здесь у нас один торговец, да, и торговец еще одежкой. То есть мы можем вот, собственно, скрафтить одежку. Здесь за 170 монет стамина, дефенс дает, все дела. Здесь мы можем прикупить некоторые материалы. Камень, дерево, кирку, лопату, хотел сказать, топор. И вот дальше у нас есть основное задание. Это построить мост, да, build a bridge. И... Этот мост находится... Так, где-то вот здесь вот выбегаем. Выбегаем. Переплыть мы не можем, к сожалению. Здесь есть ограничения. То ли я плавать не умею, то ли что. Но переплыть мы не сможем. И вот так вот оно. Тут вот так вот. Вот, видите. Вот так вот оно происходит. И вот, видите, здесь вот как раз-таки этот мост, который нам нужно построить. Для того, чтобы его построить, нам нужно... Кстати, здесь можно, похоже, будет рыбачить, да... Только нам нужна будет удочка. Чтобы его построить, нужны части. Первая часть — это Bridge Head и Bridge Body. Вот этот вот, да, нужно будет. А для того, чтобы их скрафтить, нужно очень много меди и очень много всего остального. Как видите, вот враги. Они все мирные, по крайней мере, я не встретил. Наверное, в данжах только злые враги есть. И мы можем с ними начать драться. Но при этом, при всем, мы еще можем уворачиваться. На, да черт, меня ударили, ну. И вот мне дали два куска мяса, две кожи и ну, какие-то шерсть, наверное, и одну кожу, вот так вот. И, в принципе, за бой мы тоже тратим энергию, конечно же. То есть нам придется в любом случае... Оп-оп. О, вернулись. Есть, отлично. В любом случае нам придется тратить много энергии, и об этом не стоит забывать. Вот так вот как-то все это происходит. Игрушка интересная. В дальнейшем мы будем крафтить всяческие станки, которые будут перерабатывать нам ткань, по-моему. Сейчас вот давайте посмотрим. Дерево будут перерабатывать, да? То есть вот здесь вот переработка с деревом. Потом дальше у нас
вот с тканью будем работать, то есть перерабатывать кожу, ткань. Вот здесь вот, похоже, будем гриль, это, ну понятно, мы что-то готовить будем себе, еду какую-то сами будем готовить. И вот две части моста. И посмотрите, здесь прям нужно 120 копер ор, и тин ор сделает 30 слитков бронзы, чтобы сделать бронзплейт, чтобы сделать вот подставочку для, ну то есть центральную часть моста и две части, как бы, которые будут на центральную часть падать. То есть довольно-таки дорого, и это главная наша миссия, которой мы посвятим, наверное, в этой версии все время. И также можно машину, ребят, строить, ну какую-то мотоциклетку какую-то или что-то типа такого. То есть здесь надо будет и двигатель, то есть тоже 60 копер ор нужно будет, и рубер флюид какой-то. То есть множество всего здесь понадобится. Как видите, вот здесь вот даже вот нарисовано, что нужно будет обязательно в данжик идти. Вот видите, дверь этого данжика. То есть там, похоже, нужно будет медь искать. Ну и здесь вот ватер танк. Не знаю, для чего он нужен, но, наверное, пригодится для чего-то. Как-то вот так вот. Также в дальнейшем можно расширять участки, да, то есть не знаю пока что для чего, честно говоря. Ну и развивать нашу вот такую торговую ферму. Это прикольно, то есть в том плане, что много ферм всяческих, ну, есть такие игры, где надо развивать свою ферму, да, здесь такого от третьего лица довольно-таки интересно выглядящее, сносно. Я не скажу, что прям шедевральная графика, но такая рисованная, очень приятненькая, графончик такой, знаете, честно говоря, на первый WoW, там вот World of Warcraft, похоже, вот там подобная графика была, могу ошибаться, не судите строго. Ну и не забывайте, каждый ваш лайк ценен для меня, и за каждый ваш лайк спасибо вам. Всем всего, надеюсь вам видео понравилось, и если вы захотите увидеть продолжение, то не забывайте ставить лайк. Удачи и пока!